Российский футбол стал точно таким, каким он есть в мире. И в этом плане мы не сделали никакого открытия, мы просто воспользовались готовой матрицей. То есть приглашение легионеров, приглашение тренеров, э, наконец разработка схем по каким-то евростандартам, если можно так сказать, или бразильским стандартам. И в этом плане российский футбол не является э, уже национальным явлением ведь посмотрите в мире то футбол изменился давным-давно когда сам по себе система покупки и продажи футболистов страшно отличается от того времени когда скажем играли пеле Горинчи, когда футбол был абсолютно национальным и вот здесь оказывается что э, спорт в целом я буду спорт такие вот э, концептуальные что ли когда есть футбол хоккей то чем мы гордились гимнастика он прекращает э, в какой-то момент быть утверждением силы страны это просто еще один из видов бизнеса, на котором делаются деньги, э -э, мягко говоря, срывают мозги у потребителей. Э -э, масса людей находит вокруг футбола, хоккея, гимнастики э -э, свою работу. Это и журналисты, это и э -э, те, кто рекламирует свою продукцию, это спортивные фирмы. Это просто один из, еще из секторов бизнеса. И к нему и надо относиться как к бизнесу. Не надо э -э, столь, слишком сильно заморачиваться на этом. Ну и, честно говоря, футбол, так же, как в любых странах мира, у нас становится видом особой релаксации. Имеется в виду не игра в футбол, а наблюдение за этим футболом. Все мы стали точно таким же, как, стали, как это во всем мире. И когда вы идете что по Китайской улице, что по Московской, что по Лондонской, и у вас кругом спортбары, и все сидят и делают одно и то же, пьют пиво и смотрят, по сути дела, один и тот же матч, в общем, вот это, вот это и есть глобализация, и она не имеет отношения никакого к спорту, это бизнес со своими составляющими.